В Италии в Болоне скончался один из самых знаменитых в мире дирижеров Клаудио Аббадо. Ему было 80 лет. В 2000 году у Аббадо диагностировали рак. Однако уже через 3 года после нескольких операций и курса химиотерапии он лично участвовал в отборе музыкантов для симфонического оркестра в Люцерне. В 2012 вместе с этим оркестром Аббадо триумфально выступил в Москве. В разные годы он был главным дирижером Берлинской и Лондонской филармонии, дирижировал Ла Скала и в Венской опере. На здании последней в связи с его кончиной сегодня был вывешен траурный флаг. В прошлом году издание Financial Times назвало Клаудио Аббадо величайшим дирижером в истории человечества. Тогда же музыкант отметил свой 80-летний юбилей, в связи с чем президент Италии Наполитано присвоил ему титул пожизненного сенатора.